Всем зрителям, подписчикам привет. Приехали на монтаж. Сегодня будем строить теплицу легенды шириной 2,5, длиной 3,7 метра. Вот на таком основании из бруса 150-го. Пока приехали, разгрузились. Приступаем к монтажу. Теплицу мы поставили, обшили стены, установили перелив, обшили крышу. Сейчас все это будем проклеивать, прокручивать. Останется у нас обшить все форточки. Вот у нас дверь стеновая, тут двухстворчатая. Ее обшить, установить систему подвязки. Начался у нас монтаж теплицы. Напоминаю, строили сегодня теплицу легенда 2,5 на 3,7. Такой размер обусловлен, так скажем, габаритами установочной площадки. Из особенностей у нас стеновая дверь двухстворчатая с крючками, все как положено. Форточки торцевые на приводах, стеновая форточка на приводе и система подвязки. По две нитки на каждую сторону. Каркас сделан с профильной трубы 40 на 40, а также 20 на 40. Покраска полимера порошком способом, цвет шоколад. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность, все торцы защищены. Стоит данная конструкция на брусе, брус 100 на 150, обработан антисептиком, цвет палисандр. Значит, чтобы дверь была пониже, дверь сделана более высокого размера, и пришлось пропилить брус. Пропилить, зафиксировать такой перемычкой, чтобы он не съезжался, и за счет якорей он уже никуда не ездит. Вот такая компактная, отличная теплица легенда у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.